Итак, начинаем после матча пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Химик» Дзержинск, Сергей Александрович Переднев. Сергей Александрович, ваш комментарий по матчу? Ну, первый тайм, значит, у нас в игре в атаке очень, значит, получались комбинации, да, и старались контролировать мяч, ну, создавали моменты, самое главное. Вот, забили гол, могли еще забить. Но с учетом погодных условий такая, значит, игра получилась немного такая грубоватая, да, что с нашей стороны, что с стороны соперника. Ну и, конечно, привело к удалению, значит, у торпеда. Ну а во втором тайме, значит, тоже мы пытались уже играть на контратаках и немножко, значит, перестроили игру, стали, значит, больше контроля, больше, значит, подключать крайних защитников. Ну и ребята, в принципе, справлялись, забили еще один гол. Ну вот, наверное, в концовке необязательный гол со стандарта пропустили. Ну а так, в общем, я думаю, что так, если брать, в общем, игру, да, это закономерная победа. И поздравляю всех болельщиков. Слышно сегодня было и наших фанатов. Заслуженная победа, я думаю. Идем дальше. Значит, следующая Рязань. Коллеги, вопросы?